Мне хорошо с вами. Вы удивительно умеете создавать настроение. Не обольщайтесь, Саша, я просто эгоист. Согласитесь, куда приятнее, когда вокруг тебя все хорошо. Самой иронии у вас тоже предостаточно. Вы слишком добры. Нет, я объективна. Не улыбайтесь так, это правда. Ладно, я согласен. Вы мне тоже очень нравитесь. Да? Да. Хорошо. У меня никак не хватает смелости спросить, что с вами случилось. Ох, Саша, наши прекрасные с вами отношения не претендуют на такую душевную близость. Уж простите, про это я вам рассказывать не буду. А потом, вы же должны понимать, что для вас я могу быть только другом, и все. Хорошо. Но дружба – это основа любых отношений. Я хочу спросить вас как друга. Вы любите поэзию? Поэзию? Вы будете читать стихи? Мне почему-то казалось, что в вашем замечательном женском трио это всецело отдано и войти. Вам правильно казалось. Хотя я люблю поэзию, но я не знаток. А тут нужен знаток. Заинтриговали. Помните, я говорила вам о том человеке, который... Да, помню. Так вот, в нашу последнюю встречу он оставил мне флешку. И сказал, что на ней сохранена очень важная информация. А на самом деле там оказалось стихотворение. Интересно. И что это было за стихотворение? О любви. Стихотворение Рембо. Я никак не могу понять, в чем тут дело. Совсем интересно. Знаете, давайте поступим так. Вы мне пришлете на почту это стихотворение, а я что-нибудь попробую сделать. По какому поводу у нас такой праздник? А настроение чумовое. Вот решила вас побаловать чем-нибудь вредненьким, но очень вкусненьким. Повод я понимаю. Повод очень даже симпатичный. Ань, а ты не слишком торопишься? А чего мне ждать? Чем он меня таким может удивить, чего я не видела? Обижать обижали, изменять изменяли, бить. И такое было. Да я же не об этом. Ты знаешь, единственное, чем он меня может удивить, это если будет ко мне добр. Слушай, а ты со своим Черчиллем не торопишься? Он инвалид и... Ты с ума сошла? Мы же просто подружились. Ну да. Аня, ты не можешь мне руки быстренько перевязать? Болят очень. Конечно, конечно. Я как раз мазь вам приготовила. Сейчас, секунду. А, подождите, вы же в больнице должны быть. Да где я только не была, всю ночь с Кости Ставроса искали. Вот. Как сквозь землю провалился. Я вам говорила. Может, я могу помочь? Не надо. Мы на баркасе вдоль побережья хотим пройти. Может, он заснул где на берегу. Угу. Ой, девчонки, я сегодня ночью такие стихи написала. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Понаделают бед-то, а потом стишки пишут. Мам! Нам нужно срочно ехать в Черноморск. Живой? Да. Иду. В итоге там не драка была, а целая битва. Ставрос начал первый, и есть свидетель. Он в больнице? Мама, он в КПЗ. Нужно срочно уговорить потерпевших забрать заявление, иначе ему точно срок дадут. Там еще какой-то сынок среди избиенных мажорский оказался на нашу голову. Подождите! Меня подождите! Ты чего? Возьмите меня с собой, пожалуйста. Может быть, я смогу вам чем-то помочь? Нам не нужна твоя помощь. Это наше семейное дело. Нечего в него вмешиваться. Да что он сделал такого? Кто вообще такая, чтобы мне указывать? Замолчи! Это моя мать. У нас так не принято разговаривать. Не волнуйтесь. Я только что позвонил своему адвокату. Он едет в отделение, где ваш сын. Спасибо вам. Сколько это будет стоить? Ну что, нисколько. Это просто мой друг. Ну, это ваш друг, а не наш. И почему он должен работать бесплатно? Кстати. Да и мы не нищие. Не говорите ерунды. Решить проблему Ставроса, а там мы разберемся. Ну, Лив, ну... И вы это не плачьте. Со Ставросом все будет в порядке, я вам обещаю. Да тут и без Ставроса он ведро проблем. А главное, я ведь уже приняла решение, что мне все это не нужно. Вот зачем я передумала?
Вот, Ива, перестань так рыдать. Ну что такого страшного произошло? Ну, действительно, где ты видела свекровок, которые любят своих невесток? Нет, я просто окончательно поняла. Я совершенно не приспособлена для жизни среди нормальных людей. Просто хватит с меня. Вот только стихи, девочки, все. Только стихи, извините, поэтому мне нужно побыть одной. Все. Не, ну так хорошо утро начиналось, а. Знаете, Саша, мне стыдно признаться, но я не оправдал ваших надежд. Я успел посмотреть ваше стихотворение, но у меня ничего не получилось. Жаль. Я надеялась. Единственное, что может быть важно, в стихотворении неправильно написано два слова. Но, возможно, ваш Вадим просто не знал, как правильно. Насколько хорошо он разбирался в поэзии? Совсем не разбирался. Да? Ну, тогда, возможно, таким образом он хотел объясниться вам в любви. Нет, это исключено, это совершенно не в его характере. Я вам даже больше скажу. Он не мог написать это стихотворение по памяти. Он наверняка скопировал его из интернета. Ну, значит, ошибки не должно быть. Вероятно, эти два слова он изменил намеренно. Может быть, написать эти два слова правильно? И посмотреть, что получится. Наверняка это и есть ключ. Ты хорошо. Я скоро вернусь. Ага. Жду здесь. Да, вот они приехали. Не волнуйся, все решим. Давай, пока. Здравствуйте. Добрый день. Я так понимаю, это вы с ПАИ? А вы адвокат? Именно. Пароль Кулешов от Каплевича. От кого? Это наш сосед Сергей Аркадьевич. Паспорт достань. Вот это его. Ставросы. Хорошо. Да не волнуйтесь вы так. Мы сейчас все решим. Пойдемте. А мы? А вам бы я посоветовал подождать здесь. К сыну вас все равно, они пустят. А вот товарищ участковый будет как раз кстати. Мам, может, мы зря приехали, а? Пусть бы Ставрос сам выпутался. Замолчи. Каким бы он ни был, он мой сын и твой брат. Других братьев я тебе не припасла. Вот-вот, ты его всегда защищаешь. Поэтому, мама, он и творит, что захочет. Кость, у него никого нет, кроме нас. Вот учить и воспитывать, знаешь, это можно, когда все хорошо. А когда человек попал в беду, Кость, его надо просто защищать. Что вы тут делаете? Вы опять сбежали? Мы не сбежали, мы пришли рассказать. У нас такое случилось. Ночью шел дождь, а у девочек в спальне потолок рухнул. Кто-то пострадал? Никто. Просто у всех дождь шел на улице, а у Люськи прямо в кровати. Мне нужно бежать туда. Флешка подождет. Я с вами. Саш, не отказывайтесь, я буду полезен. Ну все, хорош злиться. Да, я ушел на всю ночь. Первый раз за последние 2 года. Но ты же парень взрослый, должен понимать. Может у меня быть личная жизнь. Вон, иди, пришла твоя личная жизнь. Привет, Никит, как дела? Прекрасно, лучше не бывает. Стой! Не, а, Андрюша, а что случилось? Ты понимаешь, пока мы там с тобой, тут у нас черти что творилось. Крыша обвалилась, паника, Никита найти меня не мог. Ну, я... ну может ему как-то все объяснить? Как ты ему объяснишь? Знаешь, сколько он всего пережил после того, как его мать бросила? Да. Директриса еще выговор приляпала за то, что меня на месте не было. Андрюш, ну прости меня, пожалуйста. Да ты-то тут при чем? Ну. Он пошла в РАНО звонить, деньги на ремонт выбивать. А меня здесь оставило разбираться. Ну как я тут разберусь? Я что, крышу с собой закрою? Ну не знаю, ну можно же что-то сделать. Ну ты нитку возьми, иголку, да заштопай. Придумать. Еще эти наши балбесы куда-то сбежали. Кто, Левка с Люськой? Ну а кто же еще? Кто у нас бегунки? Ну вот где мне теперь их искать? Так а что их искать? Вон они идут. В очень интересной компании. Не ругайтесь, пожалуйста, на детей. Они не сбежали, они просто пошли за помощью. Так, это что опять за группа поддержки? Почему посторонние на территории?
Напрасно вы так нас встречаете. Я что-то не вижу здесь большого количества желающих помогать. Знаете что? Мне вот эти вот визиты непонятных дамочек, которые поохают, пахают, руками разведут, уже порядком надоели. А квалифицированную помощь вы все равно оказать не сможете. А вот здесь вы глубоко ошибаетесь. Помощь как раз самая квалифицированная. Моя фамилия Каплевич. Можете навести справки в интернете. Я архитектор со стажем, и на моем счету десятки построенных и спроектированных зданий. Ну, архитектор — это, конечно, хорошо. Но были бы вы кровельщиком, цены бы вам не было. Не спешите с выводами. Я ведь могу не только оценить масштаб бедствия, но и рассчитать самый эффективный, а самое главное, недорогой способ его устранения. И, разумеется, мои услуги ничего не будут стоить вам. Ну что ж, спасибо. Буду вам весьма признательна. Пойдемте со мной, поможете мне смотреть дом. Пока директор будет решать, куда переселить детей. Татьяна Андреевна, действительно, нужно подумать, где мы можем разместить детей. Мы поставим кровати в спортзале. А мы можем забрать Левку и Люську к себе. Ну, вам же лучше. У мальчиков в спальне все в порядке. Ну, вы же понимаете, что нельзя разлучать брата и сестру. Это нехорошо. Кроме того, мне нужно с ними подружиться. Да они от вас и так без ума. Только и слышно про волшебницу Стеллу. Тогда по рукам? Ладно, пойдемте в кабинет, напишите заявление. Ну вот, как я и обещал, все уладили. Свидетели показали, что драка была обоюдной. Участники отказались от претензий друг к другу. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, сколько мы вам должны? Ну что вы, госпожа Спаи, вы мне ничего не должны. Это у нас взаимозачеты с вашим соседом и моим другом, господином Каплевичем. Рад был помочь. Честно говоря, адвокат из вас, конечно, так себе. Могли бы мне хотя бы 15 суток выбить? С ума сошел? Что говоришь? Ну что, я бы с удовольствием отдохнул от моего прекрасного семейства. Теперь за вас мне придется ехать домой, изображать из себя Прометея, которому они вот будут печень выклевывать. Хоть бы мать пожалела. Она тебя с обожженными руками всю ночь искала. А ты вместо благодарности опять ей гадостей наговорил. Ну это ты у нас гордость семейства, вот ты и жалей. А я вечный позор, так что от меня хорошего ждать не стоит. Каждый сам выбирает, какую роль ему играть. Только я не понимаю, почему роль позора вам оказалась ближе. Это, конечно, ваши дела семейные. Я откланиваюсь. Привет господину Каплевичу. Кость, что стоишь? Фразочку запиши. Пригодится поэтессу охмурять. Знаешь... Довольно! Поехали домой. По моим прикидкам, на этот ремонт необходимо порядка 300 000 рублей. Ой! Нет, я пыталась Врона выбить помощь, но мне обещали только 25 000 и бригаду рабочих, которая прибудет не раньше, чем через неделю. Нет, это будет очередное латание дыр. При первом же сильном дожде будет обрушение. Там нужно перекрытие все менять. Давайте поступим так. Вы мне дадите ваш расчетный счет, а я постараюсь найти необходимую сумму. Мы не отказываемся от благотворительных взносов. Правда, за последний год еще ни одного не поступало. Ну, у меня с деньгами, прямо скажем, так себе. Ну, в смысле, я могу руками что-то помочь. Я могу покрасить, побелить, ну, что-то, а? Замечательно, по-моему. Ну, что вы сидите? Я вас до завтра отпускаю к Александре Михайловне. Честно? Девушка, давай поговорим. Я мириться пришел. Ты извини меня, что я рявкнул так утром. Это все из-за Ставроса. Прости меня, правда. Костик.
совсем-совсем ни в чем не виноват. Это ты меня прости, пожалуйста. Я временами бываю совсем несносной, я знаю. Ну, ладно. Тогда мир? Мир. Ты знаешь, сегодня был совершенно удивительный день. Я не писала никаких стихов. Зато я написала письмо своей маме. Ух ты. Угу. Я у нее прощения попросила. Я ведь никогда не пыталась ее понять по-настоящему. Но если бы не вы и не ваша семья, я бы не поняла, как это важно. Я очень надеюсь, что она мне ответит и простит меня. Ну, конечно, простит. Я забыла написать, чтобы она прислала побольше фотографий. Как думаешь, она догадается прислать? Я так хочу поскорее видеть своего брата. Догадается. О, кажется, у нас гости. Будет праздник. Давайте доедим, помоем руки и будем учиться играть в шахматы. А я умею немножко, только плохо. Саша, вы с Левкой сколько угодно играете в шахматы, а у нас с Люсей свои планы. В рифму играть будете? Очень смешно, Аня. Нет, я уже раскроила и наметила платье принцессы. Поэтому нам его осталось только померить и начать шить. Вот ты мне скажи, зачем девочке шахматы? Люсь, будешь мне помогать шить платье? Будешь? Буду обязательно. Вот. Потому что шахматы развивают логическое мышление. Вы шейте, пожалуйста, сколько хотите, но я Люсю все равно научу играть в шахматы. Слушай, ты как-то так поладила с детьми, с Левкой, с Люськой. Как-то так, а? Да, дети? Да. Да. Да это не я с ними, это они со мной поладили. Я с детьми вообще никогда не умела общаться. Вот и хорошо. Терпеть не могу, когда с нами общаются, как с детьми. Мы же никакие не дети, а взрослые. А вот и весь секрет. Так подумала. Ой, люли, люлюшеньки, баиньки, баюшеньки, сладко спи по ночам, да расти по часам. Баю, баю, баюшки, баю, баю, баюшки, прискакали заюшки, люли, люли, люлюшки. Я не брала. Я тоже. А где она была? В комнате у компьютера. Слушайте, девочки, может, кто-то снова к нам в гости заходил, а? Как в прошлый раз. Ну ты что, Ив? Кто к нам в гости в прошлый раз приходил? Спят над нами. Может, дети флешку видели. Ладно, утром у них спрошу. Так, лоб, которым бил проситель. Чело. Лёва, Люся, вставайте. А может, сегодня не будем делать зарядку? Хорошо, давайте не будем. Скажите, вы не видели здесь флешку в виде рыбки? Я не видел. А я видела, вот она. Я ее пустила поплавать, а то золотой рыбки здесь одной уж скучно.
Саш, только не ругай Люську, она ж не специально. Да я никого и не собираюсь ругать. Одевайтесь, пойдемте завтракать. Может, оно и к лучшему. Люська, ну ты чего? Я же не специально. Саша, подожди. Вот, держи. Это что? Это мой вклад в ремонт детского дома. Ты уверена? У тебя же не так много. Ну и что, что немного? Я все равно хочу участвовать. Может, я вообще для себя это делаю? В каком смысле? Понимаешь, просто я целый месяц жила здесь со своим Ипполитом и даже не подозревала, что в поселке есть детский дом. Но это же самое натуральное свинство, согласись? Так что бери и не возражай. Костя? Привет. Что ты делаешь тут так рано? Да я так по своим делам заходил. На минутку. Может, кофе? Не откажусь. Здравствуйте, Саша. Как ваши ребята? Доброе утро. Дети замечательные, у Лёвы потрясающие способности к шахматам, а Люсе пока больше нравится быть просто принцессой. Ну, в ее возрасте это неплохо. Я тоже так подумала. Похоже, что у меня созрело одно очень важное решение. Но для того, чтобы его осуществить, мне нужно разобраться со своим прошлым. Вы же понимаете, что я не могу подвергать детей опасности. Конечно, понимаю. А вы открыли флешку? Нет. У нас произошел маленький конфуз. Люся отпустила рыбку в аквариум поплавать. Детская доброта – это прекрасно. Гош, принеси, пожалуйста, банку с рисом. Мы сейчас ее туда положим, и к вечеру, я думаю, будет все в порядке. Я не знала. Теперь к нашим делам. Мы с Ивой хотим участвовать в помощи детскому дому. Ну, в этом нет необходимости. Все вопросы с благотворительностью я уже решил. Я даже догадываюсь, каким образом вы решили этот вопрос. Но все-таки мы с Ивой хотели бы участвовать, тем более, что наличные понадобятся сразу. А в наличности у нас тоже недостатка нет. Вот сегодня с утра ко мне заходил один застенчивый рыбак. Мне нравится этот поселок. Но деньги все-таки возьмите. Спасибо вам огромное. Вы так быстро нашли деньги, я даже не ожидала. Мы сегодня же закупим весь необходимый материал и вечером сможем приступить к ремонту. Нет-нет, начинайте прямо сейчас. Рабочие же приехали? Да, только что приехали. Пойдемте, я с ним поговорю, я уже все продумал. А, я с вами, я могу быть вам полезной. Пойдемте ко мне в кабинет, нужно оформить ваши наличные. Татьяна Андреевна, красиво у меня платьице. Она новая-новая. Красивая. Тебе очень идет. Люсь, только давай мы сделаем с тобой так. Ты сейчас пойдешь и переоденешься в свою обычную одежду. А твое новое платьице Александра Михайловна увезет домой. Почему? Оно же мое. Ну, разумеется, конечно, оно твое. И в следующий раз, когда ты поедешь в гости, ты сможешь его надеть и носить столько, сколько захочешь. Люсенька, а здесь не надо. А, я поняла, потому что другим девочкам будет обидно. Умница. Видишь, какая ты молодец. Ты все абсолютно правильно понимаешь. Бегите играть. Жаль, что не все взрослые это понимают. Извините, пожалуйста, мне просто не хотелось лишать Люсю радости от ее первого нарядного платья. Поэтому я не подумала о других детях. Напрасно. Надо думать.
Я научусь, я вам обещаю. Андрюша, Андрюш, а ты за стройматериалами, да? Можно я с тобой? Слушай, Ань, ты не обижайся. Ты могла бы пока не приезжать сюда. Как, совсем? Ну, понимаешь, Никита очень переживает. Пусть немного отдохнет. А может, мне лучше с ним поговорить? Не лучше. Не надо его трогать, я сам все решу. Ты уезжай, ладно? А как все устаканится, я тебе позвоню. Саш, я хотел вас спросить, не будет ли бестактным по отношению к вам моя идея устроить для всех небольшой праздник? Я совершенно не намерена напрягать окружающих своими переживаниями. А по какому поводу праздник? Ведь ремонт еще не закончился? Да нет, дело не в ремонте. Просто вчерашний день оказался для меня очень важным. Я вам очень благодарен, Саша. Знаете, вы буквально меня пробудили от спячки. И она мне сразу перезвонила, ты представляешь? И она совсем-совсем на меня не сердится. И она обещала приехать. И я... Ой, извини. Она столько мне фотографий прислала, я тебе обязательно покажу. Да, хорошо. Ань, это грустно чего-то. У тебя что-то случилось? Да ну перестань. Ничего у меня не случилось. Ты знаешь что, вот эта вот мазь, она очень хорошо заживляет все рубцы. Так что, когда приедет твоя мама, у тебя даже шрамика не останется. Ой, ну ты вообще с этими травками творишь настоящие чудеса. Как волшебница. Это мне Вася сказал, что у мамы очень быстро все заживает. Ты знаешь, это не я. Вот бабушка у меня была действительно настоящей волшебницей. Она даже умела такой раствор делать на основе водорослей, который, представляешь, бесплодие лечил. Да ты что? Да. А знаешь, что я думаю? А, вот тебе лучше, чем печалиться по всяким дуракам, которые тебя не ценят. Вот ты бы взяла и открыла свою клинику, Аня. Открыть я могу только консервную банку. Нет, ты не права. Посмотри на меня, Аня. Ты можешь все. Все. Только нужно Саше посоветоваться, она тебя всему научит. Ой, Ивка, у тебя фантазии хватит на союз писателей. Сейчас закончится мой отпуск, поеду я к себе на подстанцию и буду возить своих колотых, резаных, инфарктников. Вот и вся моя жизнь. А пока надо собираться на вечеринку. Я не знаю, как ты, а я намерена оторваться на полную катушку. Как у вас это ловко получается? Так ведь у меня только ноги не ходят, а руки работают вполне себе прилично. И голова. Не возражайте, пожалуйста. Я загуглила вашу фамилию. Я теперь даже не знаю, как общаться с таким знаменитым человеком. Надеюсь, вы все про меня прогуглили. И про это тоже? Нет. Об этом я не стала ничего искать. Это все равно, что подсматривать замоченную скважину. Если вы захотите, сами расскажете. Ну да, наверное, пора. А то, как плохой писатель, держу интригу на ровном месте. Знаете, на самом деле, всего пару лет назад я был жив и здоров, и, как говорится, вполне упитан. Трудился на ниве своей любимой архитектуры. Где-то за деньги, где-то для души. Все было бы замечательно и по сей день, если бы на моих глазах не рухнул дом. Ваш? Да, по моему проекту. Погибли 4 рабочих. Я испытал сильный стресс, и мои верные ноги отказали.
В общем, как ни бились врачи, никто не может гарантировать, что я смогу когда-нибудь ходить. Ужасно. Ну, на самом деле, как потом выяснилось, мои расчеты были верны. Это была вина подрядчиков, но для меня это уже не было важно. Я купил себе этот дом, чтобы провести в нем остаток своей жизни. А семья у вас была? Детей, правда, не было. А жена после событий подала на развод и уехала за границу. Ну и дура. Ну, почему? Ее можно понять. Можно. Но не хочется. Сегодня Сергей Аркадьевич нас в гости приглашал. Ты пойдешь? Что, опять решили шефство надо мной взять? Спасибо, товарищи тимуровцы. Но для своих благих дел найдите кандидатуру поинтереснее. При чем тут шефство? И вообще, это ты у нас хозяин рыболовной шайки? Прошу прощения, артеля. Можешь позволить себе выходные, а я так. Наемная рабочая сила. Отойди. И должен трудиться, не покладая всего. Тем более, солнце еще высоко. Вот что ты опять начинаешь? Ладно, иди на свои посиделки. Я все развезу по клиентам. Давай. Да, Костик. Рыбу не забудь. Ты же без нее никуда не ездишь. Девушки, вам какую музыку подогнать? Гош, ну давай что-нибудь повеселее. Ты что, давай попроще. Оставь, пожалуйста, танго. Я умею танцевать. Может быть, ты составишь мне пару? Я? Не-не-не, я больше по хип-хопу, брейк-дансу там. Танго — это не мое. Саша, если вас, конечно, не смутит нестандартность нашего танца, я готов. Меня ничто не может смутить, когда я хочу потанцевать. Всем привет, девушки. Я не знаю, как это правильно вручают, поэтому разбирайте сами, пока еще не уронил. Ах, цветочки, значит, да? А рыбу зажал. Да нет, я просто учусь у Ставроса быть галантным кавалером. Правда, пока не слишком удачно. Дорогие друзья, рыбы, к сожалению, нету. Есть замечательный шашлык, прошу. Да, Андрюш, привет. Да. Что? Ребят! А, подождите. Никита пропал. Ребят, это не шутки. Если вы что-то знаете, лучше сразу скажите. Обещаю, вас никто не будет ругать. Да мы ничего не знаем. Честное слово, нам Никита ничего не говорил. А может, он в горы ушел? Почему в горы? Ну, мы недавно читали книжку о партизанах. И он говорил, что было бы здорово посмотреть, где они тут прятались, когда война была. А что случилось, а? Сами мы не справимся. Нужно кинолога вызвать. Вот.
Я ушел, а не вернусь? О, Господи. Пропал ребенок. Предположительно, ушел в горы. Я понял. Полиция будет не раньше, чем через час. Нужно найти какой-нибудь предмет для того, чтобы собака нашла след. Сейчас принесу. Мы не можем ждать целый час. Нужно идти на поиски немедленно, иначе стемнеет и будет гораздо труднее. Нужно сделать цепь на расстоянии 50 метров. Только нужно узнать, куда идти. Мне кажется, я знаю, где его искать. Мы с ним как-то осенью в поход ходили. Другой дороги в город он просто не знает. Тогда поехали. Передайте это кинологам, если мы не найдем Никиту раньше. Никита! Никита! Чего у тебя горы пошла? Сейчас еще расшибешься. Костя, только не надо делать из меня никчемную личность, ладно? Хотите кричать Никита, я могу не хуже других. Никита! 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 Да я во всем виноват. Да найдем, найдем. Ну мы же ищем. В конце концов, не мы так кинологи с собаками найдут. Только не надо меня успокаивать. И вообще, если бы не ты, ничего бы этого не было. Да? Ну спасибо тебе огромное. Ты вообще-то не против был. Никита! После крика прислушивайся. Я знаю. Саша, я там остатки костра нашел, еще теплые. Если это пацан жег, то он еще где-то рядом. Туристы могли жечь. И были бы туристы, мы бы их увидели. Пошли быстрее. Мы его нашли, он здесь. Сынок, не бойся, мы здесь. Сейчас мы тебя вытащим. Держи. Сможешь подняться? Ну-ка, по канату. Помнишь, я тебя учил? Не могу, я руки разодрал, и нога болит. Что ж делать? Спускайтесь. Сейчас. Алло. Да, нашли беглеца. Отбой. Что с ногой. Сейчас я его оббежу, будем поднимать. Давай-ка. Просто смотри на меня, договорились? Поехали. Вот и все, молодец, смотри. Руки еще, руки. У меня есть мазь, я передам вам ее с Сашей, будете мазать. Может, лучше тебе поедем сразу и полечим? Никита, ты не против? Да нет, а это не больно? Нет, не больно, даже не щиплет. Неправда. Нисколечко не больно. А что это? Это наверняка одна из штучек твоей бабушки. Да. Ты помнишь, какая она была кудесница? Помню. Между прочим, если бы не Анина бабушка, ты бы даже не родился. Ни в одной клинике не могли решить проблему с нашим бесплодием. А она сделала невозможное возможным. То есть меня вообще могло не быть? Да тебя бы и сейчас могло не быть, если бы мы нашли тебя чуть позже. Никит, ну правда, ты взрослый парень, должен понимать. Ой. Ну я уже 100 раз пожалел, что сбежал. Мне Лёха про вас много чего хорошего рассказывал, а я не верил. А что я теперь могу сделать? Да ничего не надо делать. Мир? Ладно, мир. Давай, Костя. Анют, ты прости меня. Я наговорил лишним. Да ничего, Андрюш, я все понимаю. Ты испугалась. Слушай, знаешь, что хотела тебе рассказать? Мне тут Ивка подкинула идею открыть частную клинику. Я думаю, ведь правда, у меня столько бабушкиных рецептов осталось. Может, попробовать? Ну, почему бы нет? Народная медицина сейчас популярна. Да. Займись. В компаньоны пойдешь. Ну что, бесплодие во все времена серьезная проблема. Проблема с кожей тоже вещь актуальна. Да. Омоложение вообще золотая жила. Я согласен. Я очень рада. Слушай, может быть, завтра сгоняем за бабушкиными чемоданами? Хорошо. Тогда я завтра встану пораньше. Привезу Никите что-нибудь переодеться.
Раз с Никитой так все благополучно получилось, может быть, нам и с флешкой повезет. Если ее не удалось восстановить, я так никогда и не узнаю, какую информацию оставил мне Вадим. Я не знаю, что я буду делать. Так. Увы. Извините. Я, конечно, не подслушивал, но все-таки слышал. Мне кажется, я могу вам помочь. Да? Я не знал, что ты в этом разбираешься. Я нет. У меня приятель в городе. Вот он просто бог в компах. Если хотите, могу попросить его глянуть. Вдруг получится. Ну, хорошо. Давай езжай к нему завтра с утра. Понял. Спасибо. Сделаю. Жалко только, что наш сегодняшний праздник не состоялся. Ну, почему же не состоялся? Уже одно танго стоит того, чтобы назвать его состоявшимся. Знаете, мне кажется, что танго такой танец, это даже больше, чем брудершафт. Мы можем перейти на «ты». Что скажете? Я скажу, Саша, что вам не стоит строить иллюзии. Вы молодая, сильная женщина, а я всего лишь калека. И танец на инвалидном кресле – это единственное, что я могу. А чем я заслужила такие слова? Разделим пространство. Вы ангел, а я ваш хранитель. Но я напишу и отправлю в красивом конверте: «Мой ангел, любите меня, непременно любите». Нежнее, чем я, вам никто никогда не напишет. Ну как? Нравится? Очень. Это я тебе посвятила. Да? Ой. А можешь еще раз прочитать? Я просто там не все понял. В другой раз, ладно?